Югандскнефтегаз делает ставку на энергоэффективность и передовые энергосберегающие технологии. Каждый новый объект строится с применением энергетического менеджмента, а нефтяники подсчитывают реальную многомиллионную экономию. Сюжет моих коллег. На предприятии «Югандскнефтегаз» подсчитывают выгоду от энергетического менеджмента. 5 лет в обществе работает специальный отдел, который занимается вопросами комплексного повышения энергоэффективности предприятия. Новые объекты строятся с применением современных технологий бережливости, начиная от освещения, заканчивая сложным технологическим оборудованием. Одно из самых крупнейших нефтедобывающих предприятий в системе Роснефти является и одним из самых энергоемких. Годовое потребление энергии Югандскнефтегазом составляет более 1 миллиона 800 тысяч тонн условного топлива. В 2019 году градообразующее предприятие второй раз получило сертификат соответствия системы энергетического менеджмента, который соответствует международному стандарту. С момента его ввода на предприятие ведется системная работа по анализу и оценке степени качества его функционирования. Максимального эффекта нефтяники достигли за счет внедрения передовых энергосберегающих технологий, оптимизации режима работы производственных объектов, модернизации насосного оборудования в системах подготовки нефти и поддержания пластового давления. Каждое нововведение анализируется по эффективности в денежном эквиваленте. Выявляются резервы для дальнейшего совершенствования бережливости производства. Важно отметить, что все новые наработки предприятия зачастую являются пилотными для других дочерних обществ Роснефти. Очень много заводов, наоборот, испытывают оборудование у нас, и потом уже на основании наших рекомендаций они внедряются дальше. Всего за 5 лет в Югандскнефтегазе произведено более 60 тысяч операций, направленных на экономию энергоресурсов. Внедрено порядка 10 новых крупных энергосберегающих проектов. Еще одной важной составляющей энергоэффективности на производстве является повышение культуры потребления электроэнергии сотрудниками. Для этого на постоянной основе проводится обучение персонала мерам повышения энергоэффективности. Доводится информация о лучших практиках рачительного хозяйствования. Так, шаг за шагом воплощается в жизнь бережливый подход как на своих рабочих местах, так и в быту.